Начинался обычный вечер. Как всегда, только стемнело, пришла лиса, я ее про себя уже хозяйкой начинаю называть, а вторую пятнышко. Пришла лиса, как всегда, на приваду, только стемнело, все хорошо, ля-ля-ля. Ну и как бы так поглядываю за ней время от времени, и тут началось. Дальше смотрите сами. А самое главное, слушайте. Субтитры создавал DimaTorzok.